эксцентриссимо. Арнольду Шварценеггеру 70. Он почти не снимается, хотя на шестого «Терминатора» согласился, и даже губернатор уже бывший. Но до сих пор получает дивиденды от своей былой славы. Специально для него немецкий автопроизводитель «Крайзель» построил электрический «Хаммер». Первый и единственный в мире. Он может разогнаться до 120 км в час, больше, наверное, пожилому культуристу не положено. Проехать без подзарядки эксклюзивный «Хаммер» Шварца может 300 км. Цену машины нам не назовут, естественно, все равно ни за какие деньги купить ее не получится, если сам хозяин не выставит на продажу. А он тот еще любитель вездеходов. Брутальные внедорожники – страсть железного Арни, такая же, как мотоциклы. В его коллекции десятки таких машин, ну а жемчужина ее – танк. Одна из самых дорогих покупок Шварценеггера. Точно такой же, с каким он имел дело во время службы в армии. $1,5 миллиона на ностальгию потратил. А потом начались и дополнительные расходы. Вывезти из Австрии в Калифорнию. Дорогу возле своего ранчо специально проложить. Но чего ради новой игрушки не сделаешь, если ты можешь себе это позволить? Эксцентриссимо.